Здорово, это сингл, и я нашел отличную модификацию для Project Zomboid, которая обновляет механику взлома окон, дверей и автомобилей, и это мод Better Look Pit. Мод добавляет механику взлома замков дверей, окон и автомобилей с помощью заколки или лома, позволяет проверять, есть ли сигнализация в здании или автомобиле. Также мод добавляет новый перк взломщик и навык взлом. Модификация добавляет в игру 4 предмета, это журнал о взломе, журнал о сигнализациях, заколка и самодельная заколка. Для того, чтобы сделать самодельную заколку, нужна скрепка и отвертка. И самое главное и интересное, механика взлома завязана на мини-игре. Если вы играли в Fallout или Skyrim, механика для вас будет знакома. Все так же, нужно отмычкой нащупать нужное место и провернуть замок. Также вы можете попробовать выбить замок, но шанс невелик. Чтобы проверить сигнализацию, надо прочитать журнал «Сигнализация для чайников», либо же иметь перк «Взломщик». Чтобы проверить сигнализацию дома, щелкните правой кнопкой мыши на окно либо дверь и выберите пункт меню. Для проверки сигнализации авто выберите пункт в радиальном меню, стоя у капота автомобиля. Для того, чтобы начать взламывать, нужно прочитать журнал «Взлом для чайников», либо же иметь перк «Взломщик». Для взлома дверей либо же окон щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите пункт взлома. Для взлома заколкой нужна заколка и отвертка. Для взлома ломом нужен только лом. Прошу обратить внимание, что при взломе ломом персонаж будет очень сильно проседать по выносливости. Чтобы взломать замок зажигания, нужно найти из нижних проводов два провода, которые отвечают за зажигание, и соединить их. Ну а если тебе понравился этот мод, ставь лайк под это видео, подписывайся на канал, увидимся в новых видео, до скорых встреч!